Умная школьная доска на сегодняшний день пока остается только мечтой для наших школ. Позволить себе такую роскошь стоимостью почти в 4000 долларов может не каждое образовательное учреждение. Сегодня этим новшеством могут похвастаться Гагарский лицей-интернат и Министерство образования. Такой подарок им преподнес Международный фонд АПСНЫ. Для сегодняшней, конечно, процесса образования очень важно использовать современные технологии. Если от имени Международного фонда АПСНЫ можем хоть в этом процессе чуть-чуть помогать нашему Министерству образования, это для нас большая радость. Умная школьная доска – вещь, по сути, полезная и нужная. И для учеников открывает большие возможности. Ведь школьникам больше не придется пачкать руки мелом, искать замену высохшим маркером или же размахивать мокрой тряпкой. Это подарок для нас очень ценный, потому что умная доска, как его называют, интерактивная доска, она в образовательном процессе незаменимая вещь, и наши ученики, наши преподаватели нуждаются в таких вот новых технологиях в области образования. Я думаю, что это будет для них большим подарком. Пока эта доска единственная у Министерства образования. По словам Санера Гогу, они планируют каждый год дарить ведомству по две доски. А там, в свою очередь, их будут распределять в школы. И не только городские, но и сельские. Сарес Морастамур Гожба, Абхазское телевидение.